Все, включил. Камера. Я включил только. Вика, иди сюда. Садись. Что за Вася? Какой Вася? Что звонил только что? Я не знаю никакого Васи. И вообще, какое имеет отношение этот телефонный звонок ко мне? После твоих групповых турпоходов всегда кто-то начинает звонить. То сюда, то тебе на мобилу. Ты вообще понимаешь, что нормальная жена не должна себя так вести? И как же должна себя вести нормальная жена? А вести она себя должна нормально, по-человечески. Ты должна быть хорошей хозяйкой, быть всегда приветливой и позитивной. Всегда хорошо выглядеть, быть страстной любовницей. Должна быть честной и верной. Любить меня должна только одного, неправильно я сказал, не смотреть по сторонам. Ты должна мне родить ребенка и хорошо его воспитать. Должна по уму расходовать семейные деньги. Ты должна уважать своего мужа и не давать меня доставать по пустякам. И займись, наконец, спортом. Женщина никому ничего не должна. Это ты у своих дурноватых подруг научилась? Они уже успели развестись и получить свою порцию воспитания от мужей. А с тобой, когда обращаешься по-человечески, ты этого не ценишь. А мне все равно. Так ты все-таки мне изменила? Смотря что ты называешь изменой. Ты хорошо это понимаешь, что называется изменой. Не, не так это. Смотря что ты... Ты хорошего отношения не понимаешь. Сейчас ты это поймешь. И вот это... Ну, давай сейчас, Макс. Я не знаю. Вот ты лучше интернет снимать. А ее отдельно снимать? Да, сейчас, ну, сейчас давай глянем, что это. А вот, это только тебя.